Сегодня вытаскиваем нашего монстра из нашей заправки. Он уже стоит порядка 10 лет. Дизельная насосная станция. Все пытаюсь ее продать. Она в рабочем состоянии. Но нужно ее завести. Вот сейчас мы вытащим его. И за лето попробуем завести. Сопротивляется, не хочет вылазить. До последнего. Весит порядка 3,5 тонн. Внешний вид, конечно, не ахти без колес и без корпуса, но зато насос рабочий и двигатель новый. Насос у нее вообще воды не видел, она вся чистенькая. Двигатель мы делали пусконаладку порядка 10 лет назад. Даже кому надо для резервного водообеспечения и откачки воды из карьеров, такие используют. Обращайтесь.